Тотальная обработка от коронавирусной инфекции проводится в Ульяновске. В масштабной дезинфекции участвуют федеральные, региональные и муниципальные службы. Контроль за проведением работ в округах осуществляют депутаты городской думы. Уже обработаны Заволжский, Засвияжский и Ленинский районы. Сегодня черед железнодорожного. Первая группа, городская черта, включает в себя: первая — улица 3-го Интернационала, поселок Туть, Угу. И заканчивается новым железнодорожным вокзалом. Глава железнодорожного района Владимир Трофимов дает последнее распоряжение. 126 единиц техники, до 1000 специалистов разных ведомств тотально омоют всю Кендяковку. По машинам! Стартуют с площади старого железнодорожного вокзала. Место выбрано не случайно. Оно символично в преддверии 75-летия Победы. Отсюда ульяновцы отправлялись на фронт. Будут обработаны сотни тысяч квадратных метров дорог и общественных пространств. Это площадь старого вокзала для нас символична. Это Каштановая аллея, которая находится у нас. Это большие улицы, такие как улица Кирова, 12 сентября, улица Пушкинская, Локомотивная тоже. Вот эти улицы, которые будут непосредственно обрабатывать. Остановочные комплексы, объекты социальной сферы, то есть это подходы и подъезды к учебным заведениям. И, конечно, будет обработан центральный железнодорожный вокзал, ворота города, а также территории, рекомендованные самими жителями этого района. Я как депутат веду также прием по онлайну, да? Значит, у себя в общественной приемной. Вот. Многие жители и старшие по домам, значит, актив округа и жители просто района обращались, где лучше провести дезинфекцию. Да? Вот, мы это прислушались. Дезинфекцию проводят различные службы: Ульяновск Электротранс, трамвайные и троллейбусные остановки, городской центр по благоустройству, парки и скверы, управляющие компании, подъезды и придомовые территории. Дом Ремстрой обрабатывает дороги и тротуары. Будет проводиться дальнейшая обработка мест общего пользования, дезинфекция, включая и архитектурные формы, и тротуары, пешеходные дорожки, перила, подъезды, полностью все. То есть и детские площадки, то есть все те места, где могут находиться и дети, и взрослые. В инфекции также участвовала спецтехника Ульяновского регионального управления МЧС и Волжского спасательного центра из Самары. Обработка идет с применением препаратов, рекомендованных Роспотребнадзором. Ветеринария областная. Мы проверяем качество проводимых работ. Они берут смывы, и потом, анализируя, мы видим, насколько качественно обработана та или иная территория. Если она обработана некачественно, значит, мы заставляем возвращаться. По окончании обработки 4-го района Ульяновска масштабная дезинфекция завершится. Но санобработка города будет проводиться и впредь, согласно графику. Элла Шахова, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск.